Юрий Крысин и его адвокат не явились на судебное заседание в апелляционный суд. Как пояснил судья, осужденный за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремея заболел, но прокуроры уверены, что Крысин намеренно избегает суда. Обвинение попросило доставить его 19 марта принудительно, и судьи удовлетворили это ходатайство. Напомню, в декабре Крысина приговорили к 4 годам условно, прокуратура же настаивает на 6 годах заключения. Позавчера Крысина нашли в детском отделении Института сердца, где он якобы скрывается от следствия. Редактор